болоте. Это случилось еще в детстве. История давно уже забыта, но тогда она наделала много шуму на нашей улице. Жил один мальчик, нам было лет по 12 тогда. Как и все дети, играли вместе на улице, радовались жизни. И однажды мальчики, пугая друг друга и называя трусишками, решили пойти на местное кладбище, доказать, что они не боятся ничего, и даже мертвых. Когда они пришли на кладбище, то поначалу побаивались, а потом осмелели и начали просто дурачиться и бегать друг за другом. Беда пришла в тот момент, когда один из мальчиков убежал в сторону болота, которое находилось рядом с кладбищем, в низине. Там часто пропадал скот, который случайно забредал туда утолить жажду, и от него не оставалось никаких следов. И вот этот мальчик, не зная про это, решил убежать от своих преследователей, друзей и спрятаться там. Через какое-то время мальчики потеряли его и начали искать. Они долго звали его и везде искали, но так и не смогли найти. Они плакали, зная о том, что когда вернутся, им достанется от своих родителей, но не теряли надежду, что их друг, возможно, уже дома со своей мамой. Но вернувшись домой, они узнали, что их друг так и не вернулся. Когда родители узнали, где они были, они очень сильно отругали их и рассказали все, что произошло маме пропавшего мальчика. Она долго искала его, но так и не могла найти. Обошла все болото, кричала его, звала, но никто не откликался. Возвращалась она, вся заплаканная, и на следующий день вновь приходила на то болото за кладбищем. И так изо дня в день, мне кажется, что она сходила с ума в своем горе. Даже жители деревни, что была за болотом, говорили, что по вечерам слышат какой-то вой, исходящий оттуда. Возможно, они слышали плач той женщины, а возможно, еще что-то. Это уже неизвестно. Что потом случилось с ней, я уже не знаю, так как мы переехали с родителями в другой город. Я решил поделиться с вами этой печальной историей. Периодически у меня всплывает картина перед глазами, как убитая горем мама ищет своего ребенка на этом проклятом болоте, следуя его голосу. «Мама, забери меня, я хочу к тебе, мама, мне здесь холодно». Конец истории. Автор истории Брутал озвучивал Брутал.